тотальное путешествие из Новосибирска, родины тотального диктанта, во Владивосток, столица тотального диктанта 2018 года, появилась именно как следствие конкурса «Столица тотального диктанта». Идея его родилась буквально 27 января, когда конкурс завершился, определился победитель, и мы таким образом передаем этот статус столичности, проносим его на расстоянии 5700 километров через 8 городов, в которых еще проходит тотальный диктант. Мы будем в этих городах проводить лекции, встречи с местными командами, встречи с филологами местными. Мы будем приглашать всех желающих принять участие в написании коллективного текста, который станет итогом нашего путешествия. Мы сами до конца не верили, что у нас получится это реализовать, но вот сейчас мы стоим рядом с этими замечательными автомобилями, буквально через несколько минут отправимся в путь. Первой точкой, в которую мы поедем, будет Красноярск. И так постепенно мы доберемся к 4 апреля, я надеюсь, в целости и сохранности, до Владивостока. Очень интересно, впервые такое, никогда с нами такого, конечно, не было. И я надеюсь, что это будет такой доброй традицией, ежегодной.